надо делать. Цыган. Да. Слушай, я хочу этот... Где-то... Скажешь? Это по платеж просто. Отключить. Что? Они автоплатеж снимают. GPS-навигация не нужна. Они подключают, снимают GPS-навигацию. А на каждый год 300 рублей занимают. Нахрен они нужны такие? Сам можешь платить, да? Да, а там кончаются деньги, они подключают GPS-навигацию и разные функции туда, да? Да, да. Деньги остаются 10 рублей, они автоматически снимают с карточки. Да не то слово. Нашел? А? Нашел? Нет. А в этих пакетах? А, в этом может быть, в синем пакете. Поставь это тоже. Диетическое ведро. Начинается ворчание, недовольство, поэтому я пою песню. Ну да, бумагу заворачивать надо, тогда, а там она задыхается. Да. Бумагу заворачивать, она задыхается. Так любой радость, что она ложит, ее заворачивает. Что? Пусть там лежит, или сумку положи в крайний карман. Верно. А, верни, маленький. Где занавеска? Нет, еще выше там. Слушай, еще ладно. Понять, как он. Thank you.
привет, Юль, да. Варька в Иркутске остался. Трубку ему дать. Алло. Да. Да и я лазил по полкам, не чувствовал в кармане, что звонит. Я понял, я тебе коротко скажу, проверь почту vanvn@yandex.ru, там все. Так я видел. Да, да, да. Да, я с ним созванивался, я сказал, я же тебе написал, ты что, я ей написал, что сейчас оператор с ним свяжется. Перезвони на мой, что-то уже затянулся разговор. Я просто доставал там бардак, порядок на этом порядок. Нам доступно стекло. Я куда я залез? Да, вот это подписки. 152.2. 125.2. Ладно. Спасибо.
ничего не могут сделать. Ничего не понимают. У них тоже проблемы. Ну нет, я объясню, она разобралась. Полезная экономика. Так, что мы подъезжаем к Омску, что ли? Так, что там? Все разом как навалилось. Что, издевается, что ли? Знаешь, показывай. Не хотел бы этого оказаться сейчас. В поезде. Так, во сколько мы останавливаемся? В 11. Туда не по чёрту, но сам вот это. Ну все, мы.
Комск. Маршрут построен. 13 километров до центра города. Наказание в Сингапуре за вождение в пьяном виде. 16:16. Наказание в Сингапуре как что? Раздерживали рука. Пьяно, блядь, за рулем. Сидеть на улице? Нет. Нет? Я даже не знаю. А что такое, Варя? А? Что такое? Ну, что-то надо добавлять туда же. Ну, да, майонезный соус. Какие вот хорошие вот. Добрый ты. Ну а что мне, куда мне, в карман положить? Он же не только, блядь, пьяный, а ведь трезвый не сможет этого, да? Вот мой любимый Омск. Пять минут остановка. Через пять. До час? 20 минут. Хватит. До канадской границы.
розетка есть. Впереди мобильный пост ДПС, знак стоп. Ограничение 10. Тормози, машинисту скажи, он твой. Он-то не знает. Контейнер такой первый с магазином. В магазине. В интернете купил или в магазине? У него тоже как-то. Это российская сборка. Хастер тоже везет, так у них как-то. А странно, сельмат надо, чтобы. Не закручиваешь его, закручиваешь. Ну, они простой закручиваешь. Это что ли? Присоска? Да, да, да. С ней нужно очень осторожно, она. Ее этот, она может отклеиваться, поэтому нужно ее обрабатывать, протирать специально этой, чтобы она держалась. Да, я пакет положил, там плюнул два раза на нее, все нормально. Нет, отлетает на морозе. Отлетает на КамАЗе. Все на КамАЗе, там, наверное, температура плюс 60 в кабине. Шорты, тепло. Там же этот обогреватель стоит, да, автономный? Ну, какой? Да. Стоит. Ну, это идет, который вот, Вьетнам куда-то тролли, там нет. Говорит, там идет с подогревом, у нас без подогрева. Честно? Но 32 тысячи. 32. Это херня стоит 32. Там две карты памяти по 256 гигабайт. Почти 500 гигабайт памяти. Ну, значит, увеличивать на место. Все функции есть. Если что-то увеличить, номера все хорошо показывает. Да, там 40 мегабит в секунду, очень высокая настройка. Номера, там даже лицо можно увидеть. А, ну... Да. Потом что еще? Намного полезных функций, но тяжелые ролики. Ну там если очень на место тяжелые. Надо, на место, знаешь, можно. Это все увеличил, номера, да, все. Да, да, да. А где у него кнопка? Да, раз, два. 4. Ну вот тут кнопки. Тут можно увеличивать скорость просмотра в 2, 4, 8 раз. А я без номера. Нет, там можно чужой номер прилететь. На своих-то нет. Всегда мы по России без номера. Чужой номер же. А он по чужой номер всегда свои снимаешь. Хороший вещи. Он увеличит лицо. И номер не надо. Но он показывает, что еще есть. Камеры наблюдения. Видеофиксация в спину. Вернее, скорость в спину, в лицо, спаренные камеры, то есть средняя скорость на участке. Много подсказывает. Даже в больших городах лежащий полицейский. Нахрен он нужен мне. Но дорого стоит, очень дорого. Очень это сколько? 32 тысячи. Вот это хрень. Это топ-качество. Качество, я говорю, там ставишь две карты памяти. Но если не надо, очень высокое качество. А так вот, среднее качество. А, ну, хватит, допустим, на неделю непрерывной записи.
пока очень высокое качество, но на полутора суток. Часов на 30. Город Омск. Вокзал Омска. Утренний кофе. Слушай, в каждом вокзале есть вот такой вот поезд стоит, смотри. Почти на всех вокзалах. Это память, они же их сняли. Положение определено. Беги, беги, бегом давай, блядь, ждут уже, ёп. Привет, видай. Все, покидаем Омск. Мы вечером садимся на ваш поезд. Я понял. Но утром в 11 будем в нем. Ну, я-то считаю, не видела. Думала, 8-го, а завтра. Успокойся, сейчас выйдешь. Видишь? Салам пополам. Ну, только что тронулся, он постоянный, блин. Когда будет потом? Сказали. Пришла. Мы 3 часа водку будем пить. Да. Дома, конечно, водку. Медленно надо ездить, что-то. Чайников, блин, чайников набрали на грудь, блин, не умеют ездить. Ну, завтра 11:52, а когда забудем? Больше ставить и везде, блин, везде заезжает. Один раз я так к Сургута 3 дня ехал, блин, автобусом, оказывается, блин, поезда нового не было этой.
билет он дал. Посадил автобус, оказывается, он вахту возит. По деревням, Башкирию, все по деревням. А третий не было, будет заехать. Даже подешевле не было вообще. И там, блядь, посадил автобус, оказывается, это вахтовый автобус, он в Башкирию все деревни зайдет. Да, я что направил там, я их сказал уже там. 30? Еще 30 заправил, да. Ну я также понял, что... А, я вообще ее не знаю, блин, я даже не смотрю. Он неправильно показывает. Алло. А, не знаю, сколько дает, а? Я не спросил. Ну что, мы уже поехали, мам. Едем а, ну... уже. Нормально еще, пока что я ее не выпускала. Сколько, сколько дает? Я отклюсь и выпущу ее. Да, как? Как враг говорит, да. У меня дает деньги карма положение. Не знаю, что он дает, что дает. Да, уже деньги видел, да. Он говорит, что 100 рублей, то я под вечку, что даст он карма положение. Вот так. Что? А, еще меня ты, блин, запаску поменяли на место. Не, запаску меняли на старую. И поймал, блин, это мужик там, может, давай, ладно, разберемся, мы это не вызовем. А, на во сне рассказывает, как это он есть. Во сне рассказывает, во сне. Да, не говори, блин. Вот, блин. Да, это не пил, что-то урежет. Да можно, нормально. О! Да ладно. О, значит он что, наливает, да, там? А Валифа тоже с вами? Дошла. Алло. Алейкум ассалам. А нет, то связи нету. Алло, алло. Сейчас с Василием разговариваем. А? Не понял. Откуда? Ты еще к бабу?
Ты в горный ящик, что ли? Еще к горную. Горный ящик, вот это корабль. Карапаха, горный ящик много бывает. Взяла с собой, что ли? Серьезно разговаривать, времени нет, что ли, это такое пиздоболство. А, ты в паспорт? Не хрена себе, а теперь что? А я еду, не знаю, сам не знаю, где еду. Омск проехал, Омск проехал, да. Сколько бухнул? Сколько выпил? Выпил. Тебе еще не выпили, что ли? Причем не лампус, я говорю, сколько ты выпил? Да. Твои разговоры. Тебе еще не высидело? Алкоголики, да, оба? Алкоголики, короче. Короче, алкоголик. А, давай. Хорошего видно, косой, да, хороший косой. Хороший косой.
сказал, что хочу. Наверху что ли? Наверху чужой, правильно? Свои. Андрей, я говорю, на столе для всех, да, можно угощаться. Да, посмотрите, ладно, куда ты будешь? Куда? Есть, молодец. Самое главное, печенье забери. Кушай тоже печенье. Все мои полезные. Вай. Чай не хочешь? Буду лакомство, может, да. Сосиски можно, сосиски горячие. Так, такой сосиски. Да и обязательно надо взять. Нет, она же не утрёшка стоит. Приученная ко всему, да?
это что, я тебе чипсы достал? А? Я тебе чипсы достал. Не, я ж поел это. На завтрак убирать что-то? Ну да, что она у меня лопнула бы. Да, она не лопнет уже, я подождал, что пожалуйста. Уж не лопнет. Да она наоборот сожнется. Да? Сожнется она. Да уже сжалась, насколько можно. Ты-то куришь, что ли, где-то я понять не могу. Запах сигарет. Восьмую, вторую. Да. Я чувствую хорошо. А? Несет. Да. При туалете. Там вентиляция может быть там кто-то. На улице кто-то покурил, мы проехали, почувствовали. Ну да. Видика нет? А? Кому-то плохо в поезде. Ходили медика искали. Медика искали? Без Лёши отойдется. А все там отбой. Именно такой, именно то, чего хотят, нет. Кирюха заболел? Ну, я. Остудился? Кирюшки. Какой-то ли тебе? Ухо болит. Жалуется? Да. Отит или там, не знаю. У кого ухо болит? Нет, это... У ребенка, у внука. Вы вот так снимаете, да? Да. Я-то думал, вы участвуете. Как? Участвуете? Конечно. В процессе. Да. А вы просто так. Разговор только. Это шпионские сведения собираю по России. Когда я на совещании поступал по этой азбуке, он сказал, что вот это начальник штаба шпионов готовит. Почему шпион? Разведчика? Там толпа того. Ну, покушать или нет? Поспи, а вот пройдешь вот. Да. С Лешей созванивался, все нормально. Большие один единственное, пока нет. Нет каких-то доходов. Возьмите меня к себе с собакой, а? Ну там же... Эти пары на пару. Картинка все разности. А? Картинка все разности. Нет, они занимаются этим потихоньку. Я ищу поставщиков, ищу фотографии, вот это все. И это занимается выкладкой. А Леша занимается... Херней занимается. Ой, надо, ой, надо. Это же. Ну да. Но я додумал, там хоть вилка есть в этом пакетике. Ложечка. Не, ложечка неудобна. Вилку вы там достанем, я в черном. А? В черном портфеле это ложка и вилка там. Я квадратный достану. Сожрет, не садись. Сожрет. Там есть все. С кофе? Да. Майонез? Да. Да. У нас такое сплошь и рядом.
Так, а ну-ка, видишь, сел. Сел. О, еда села. Еда села. О, вкусный. О, вкусный. Не смотрит на меня. Ладно. Зарядки? Ну, этот, выше не возьмешь. Да его, может, уже там. Нет. Что? Нет. Нет. Не знаю, кому понадобится. Второй уже. Айпад не в коне, не в коне. Не, ну а в фоне, конечно, оставлять опасно. Казахстане? 2008 год мы ехали в Чите, работать хорошо сделали. И тут поможно, через границу проходит же Петропавловск. Тут, бля, вот так кричит, командир остался, его чувствуете, и поезд трогается. Поможно сам, унес телефон. Вот ты же, бля, поможно. Как тут можно? А он имеет право забирать разве? Какой? Я вот сюда не делаю. Какой он имеет право? Украл он. Взял, зарядка стоял, он как раз поезд трогает. Взял, тащил. Команда расставила, команда, какая команда расставила, ушел, не поэтому. Украл он просто. Ну это, собственно, как в этом раньше было, когда Крым еще не присоединили, когда из России ехали, очень-очень к этим. Не знаю, я слышал, что жаловались. Москвичей там просто раздевали. Таможенники просто вот видят какие-то гаджеты. Ну, миллионеры едут. На границе Украина с этим. Когда в Крым едут, где там поезд, где-то в районе Белгорода, ну, в общем, не знаю. Короче, где-то на границе, вот украинские таможенники просто изымали все. Объезд. Вот там сейчас и через паром можно. Они даже спокойно оттуда приезжают, под какой-то таможенник, да, в Москве, да? А отсюда хрен заедешь, туда через сколько Беларуси заедут. В Россию въезжаешь, никто не проверяет ничего. Въезжаешь в Казахстан, там шмонают как. Раньше в поездах, когда едешь, курочкой пахло, да, яичкой. Рыбой копченой. Рыбой копченой. Сейчас дошираки сплошные. Хотя сейчас вот холодильник за бортом. Дали бы, разрешали бы пить, да? Хороший запас. Раньше пил уже. Если не пьешь, то доширак нормально, да? А как бы уже пьешь, все там будет. Доширак нормально смотрит. Разрешат курить. А? Курить разрешат, бухать будут. Они разрешают. Я вот, кстати, не застал этого. Надо купить индульгенцию, да, все верно. Нет, раньше же самолетов курили, да? Или они не отвечают, я вот этот момент застал, но пепельницы-то в самолетах есть. Ну, пепельницы есть, я сам этот, ну, еще летал, это я, то есть 70-е, 80-е годы прилетаешь, только взлетели, и начинается дым, дышать нечем, противно, невероятно, чтобы не слышать, то сам начинаешь курить. Да, было такое. Не курить, пристегнуть привязные ремни. Их-то я не видел. Ему можно даже беспокоить. Она же на башку к самолету, они все перебьют же. Но я выходила. А что делать?
Thank you.